Смена Всероссийского форума «Время новых достижений» подходит к концу, и участникам пора показать, чему они успели научиться. Ребята начали подготовку к заключительным мероприятиям. Каждый отряд выбрал себе тематику и формат, придумал идею, распределил роли и приступил к подготовке. В ходе работы сменовцам придется проявить всю свою креативность, показать настоящую командную работу и успеть в очень короткие сроки. Другими словами, применить все то, чему они так долго и упорно учились на образовательных занятиях и мастер-классах. Андрей Булыга вместе со своим отрядом решил провести шоу в формате популярной телепередачи «Где логика?» и рассказал, как продвигается работа. Мы сделали 3 раунда. Делаем сейчас комнату у звезды, то есть Тимати. Делаем его аксессуары, любимые, это группу, в которой он состоял раньше. Анастасия Ильинова призналась, что совсем не хочет уезжать. Настя очень сблизилась со своим отрядом и увезет домой море ярких эмоций и новых знаний. Узнала я много чего. Научилась делать мероприятия, мы развивали ораторские способности, также работать в команде, развивать различные навыки в себе, верить в себя, да еще очень много чему. Мне действительно очень много есть чему здесь научиться. Мероприятия, которые подготовят и проведут ребята самостоятельно, станут своеобразным экзаменом. Но и про веселье тоже забывать нельзя, ведь именно в такие моменты рождаются самые приятные воспоминания, которые останутся с ними надолго.